Сейчас мы вам покажем новый наш аппарат, который появился у нас совсем недавно. Называется он Пресомес. Это современный итальянский прибор, который состоит из манжеток, которые надеваются на ноги и на руки, а также манжетки, которые надеваются на область таза и низ живота. Принцип действия этого аппарата такой. Внутри вот этих вот сапожек находится ряд манжеток, которые наложены одна на другую, как рыбная чешуя. И последовательно надувается от первой до самой последней. Они сдавливают ножку таким образом, что лишняя жидкость уходит от периферии к центру. Показания для этого аппарата, для назначения этой процедуры, заболевания вен нижних конечностей, отеки различной природы. Это могут быть венозные отеки, а также лимфатические, лимфостаз. В этом аппарате он предусмотрен для людей с различными заболеваниями, устанавливается в ручном режиме сила давления, а также устанавливается последовательность надувания манжеток нижних и верхних конечностей. Пациентам очень нравится. Ощущения очень приятные. Процедура комфортная, она хорошо комбинируется с другими процедурами. Абсолютно не зависит от электроводных процедур. Получать ее может человек в любое время, утром или вечером. Она очень хороша для любого, кто имеет тяжесть в ногах, имеет какие-то начальные признаки варикоза. Также один из эффектов этого аппарата – это антицеллюлитный эффект, потому что он оказывает массаж на области ягодиц, бедер. И как раз такая хорошая профилактика целлюлита для женщин. Может быть, даже для мужчин. Для мужчин, да. Ощущение такого удавчика. Длительность этой процедуры 25 минут. За это время манжетки успевают раза 3 или 4 наполниться воздухом и сдуться. Скажите, пожалуйста, отдыхающие сейчас получают процедуру и на нижней конечности, и на область таза. Вообще, те манжетки, которые накладываются на руки, они не предусматривают наложение корсета на область поясницы и таза. То есть можно отдельно сделать на правую руку верхнюю конечность и на левую верхнюю конечность. Как правило, пользуются этой процедурой женщины, перенесшие операцию по поводу опухоли молочной железы, когда повреждаются лимфатические сосуды и есть отек конечности. Вот. Она может быть назначена даже здоровому человеку. Есть физиологическая программа, то есть программа для здорового. Вот, наверное, на этой программе сейчас мы и находимся. Как ваши ощущения? Вообще такие идеальные ощущения, интересные такие. Будто маленький удавчик по тебе проходит снизу. Она придумана таким образом, что когда сила сдавления достигает определенной величины, достаточно интенсивной, в этот момент, когда пациенту уже кажется, что больше сдавливать не нужно, манжетка отпускается и сдувается. И постепенно вот этот вот удавчик, как говорит мужчина, двигается к центру, от периферии к центру. Такие аппараты очень нужны в больницах, там, где, допустим, хирург отстоял 8 часов на операции, и в конце рабочего дня ему необходима вот такая вот легкость в ногах. Продавцы, которые целый рабочий день на ногах и после смены могли бы пройти эту процедуру. В роддомах очень хорошо для беременных женщин, без накладки на область поясницы и ягодиц. Для ног вот такие манжеточки, если нету противопоказаний, беременным очень хороши. Убирать отеки и ощущение тяжести в ногах. Противопоказаний практически у нее нет. Это тяжелые какие-то декомпенсированные состояния сердечно-сосудистой системы, то есть сердечно-сосудистая недостаточность второй, третьей степени. Также печеночная, почечная недостаточность. Как правило, такие пациенты находятся совершенно в других местах, лечатся в стационарах, и на такую процедуру и не претендуют. Спасибо вам большое.